первой очереди на получение чуда китайской инженерии и китайской мысли, на которое возлагают китайские инженеры очень много надежды. Не будем вас томить, любители сиумитов. Вот такой вот шедевр. Коробка, конечно, супер. Выглядит по-сиумишно. Софт-тач покрытие коробки, как обычно. В жизни он еще лучше, чем на картинке. В маселке. Красивый. Такой не стыдно и ребенку подогнать, и хорошему человеку подарить. Марка стали даже есть, нержавейки. Логотип суббренда сиумишного. Попробуем, как он из коробки режет. И что мы видим? Куча зазубринок. Ничего, сейчас мы его поправим. На всеми любимой досточке с кожей и пастой притирочной. И будет вообще супер. Да, хорошая вещь. Сразу видно. Такие есть с черным деревом, с обычным деревом, с черной ручкой и с красной ручкой, как в моем случае, в маселке. Единственное, чего не хватает сразу из коробки, это кольца. Но, тем не менее, логотип есть. Здесь есть какая-то вмятинка. Ну, ничего. Думаю, это не критично. Логотипчик. Все как мы любим. Сатин небольшой, очень-очень классный. Ну, в общем, вещь стоящая. Заказывайте. Делается сейчас в ограниченных количествах. Но я думаю, это будет топчик их. Ссылка, как обычно, в описании. Ну, а теперь всем пока. Все остальные тесты и использование, ношение для города будет позже.